Это невозможно описать, такое можно только прочувствовать. Я знаю очень много ГДР. У меня было много родственников в Восточном Берлине. Мы узнали много о ГДР, Демократической Республике. Я родом из ГДР и поселилась в восточной части Берлина. Когда стена пала, мне было 14 лет. Я стала понимать, что происходило только когда выросла. Жизнь у меня в ГДР была хорошая. Не могу сказать ничего плохого. Я принадлежу к тому поколению, которое выросло рядом со стеной. Я один раз была в восточной части Берлина, у меня был пассажирский талон. Тогда из западного Берлина можно было попасть в восточную часть, подав специальное заявление. Там у нас была культурная программа, мы ходили в оперу, посещали живущих в восточной части родственников. Когда стена пала, все так радовались, это и понятно. Когда город разделен, нет возможности повидать семью, родителей. Было по-настоящему радостно, однако сначала никто в это не верил. Все думали, что стена простоит еще столетия. Мы все были в восторге, наперебой мы кричали от радости, поехали в Берлин, скорее в Берлин. У меня были самые положительные и приятные эмоции и чувства, ведь наконец-то я смогу повидать своих друзей, совершенно свободно, без пассажиров. Пассажирского талона стоимостью в 25 марок. Это был буквально лучший день в моей жизни, наряду со свадьбой. Я сражался за то, чтобы Германия объединилась, стала одним целым, демократическим единством. Это действительно лучший день в моей жизни. Я молился об этом дне. Thank you.